Не ерзай, Кэл, ты тяжелый, я могу тебя уронить. Уронишь, я тебя завалю. Короче, не отходи. Я лезу в дом, хватаю бриллиант и обратно. Сказать по правде, Кэл, вышел чудный малыш. Я ушел. Обязательно в собачью корзину было класть? Да ладно, что там, говорю тебе, все будет круто, Кэл. Не парься, все будет ништяк. Я в тех кустах спрячусь. Пошел вон! Вали, а то пущу на воротник! Вали! Уйди, а то откручу тебе хвост! Уйди, сказал! Сявка! Фу! Отвали! Слышь ты, песик, песик, нет! Ку-ку-ка-ка! Родная! Да? Иди сюда! Что, Дрю? Гляди! Ку-ку, ка-ка! О, боже! Это ребенок? Ну-ка, здесь и записка. Пожалуйста, приютите Келвина. У нас на его нет денег. Несчастные родители кретины. Ну, неси его в дом. Здесь холодно. Конечно. Ка-ка, ку-ку. Так. Пойдем-ка. Есть. Вот так. Мама. Да что ж такое? Пап, мы нашли ребенка у крыльца. Что? А он кто? Пол какой? Да вроде мальчик. Да чего же от него письками пахнет? Может, Дженнет оставил у нас подгузники, я погляжу. А у папы твоего не осталось? Я все слышал, я ими не пользуюсь. Видишь, как он шутит? 100 лет не надевал. Она сюда вроде клала. Ух ты! Что там? Ого! Не ребенок, а порнозвезда. Это что ж за дела? Я позвоню в детскую службу. Да. Да, звони. Диспетчер, слушаю. Не подскажете телефон инспектора по беспризорным? Соединить вас? Угу. К сожалению, наша служба закрыта на выходные. Звоните с 9 утра в понедельник. Не работает в выходные. Откроется в 9 утра в понедельник. Ну и что нам делать? Да бросить его в ту же черную дыру, откуда он вылез. Папа, хватит. Может, в полицию позвонить? Ух ты! Нехороший кашель. Может, свозим его к доктору, а то ведь кто знает, что малыш пережил. Давай. Ладно? Да, я за ключом от машины. Подъедете к поликлинике, не вздумайте остановиться. Проезжая, бросьте его в окно и ходу. Педаль в пол. Я не хочу его больше тут видеть. Ну и вонючка.